Всем привет! С вами Марина и мои цветочные друзья. И сегодня, дорогие друзья, я отвечаю на вопросы весенней эстафеты, которую, к сожалению, задержала, потому что совершенно было некогда. Пока Оля не передала мне эстафету уже конкретно на моем канале. Поэтому прошу прощения еще раз за затяжку и отвечаю вам сегодня на вопросы. А чтобы лучше было слышно, я сейчас через несколько секунд возьму камеру в свои руки. Итак, первый вопрос эстафеты. За что я люблю весну? Вот это самый объемный вопрос, потому что на него не могу ответить просто одним словом. И сейчас объясню почему. Дело в том, что весну я больше всего люблю, когда она еще не наступила. То есть с первыми днями зимы я начинаю мечтать о весне. Просто это моя путеводная звезда. Я пересматриваю фотографии, вспоминаю, какое было цветение, мечтаю о том, что зацветут те мои растения, которые вот только-только посажены в этом сезоне. То есть вот эту весну, которая в моем воображении, я люблю даже больше той, которая потом уже наступает. Потому что, когда она приходит, вот здесь у меня к ней двоякое отношение. Конечно, красота. Красота невозможная. Особенно у нас на юге. И когда северяне говорят о том, что очень-очень любят весну, а у них еще в апреле лежит снег, и по сути дела весны-то остается всего один месяц, то мне даже стыдно говорить о том, что я сомневаюсь, люблю ее или не люблю. Конечно, у нас весна календарная. Проснулся 1 марта, выглянул за окно, а там уже весна. А на деле получается, вот обошла я свой сад с утра пораньше, полюбовалась 10 минут. А потом весь светлый день в пахоте. То есть работать, работать и работать. Поэтому иногда бывает сложно любить такое время года, когда нужно сделать все и сразу. Какой месяц у меня самый любимый? Тут тоже свяжу это с погодой и цветами. Когда и нам, и цветам комфортно. Поэтому любимые месяцы у меня апрель, май и октябрь. Не один, а целых три. А вот с цветами опять не могу ответить однозначно. Цветы в букете я люблю вот в тот момент, когда их дарят. Потому что, конечно, букет – это непременный атрибут праздника, дня рождения. А вот живые цветы, какой цветет, такой я и люблю. На данный момент цветут ирисы, и я каждый день хожу ими любоваться. Зацветут лилейники, буду восхищаться лилейниками и показывать их вам. Поэтому цветы у меня все любимые. Какая весна запомнилась? Наверное, запомнится это. Потому что столько всевозможных слухов и страхов, что, я думаю, не запомнить ее будет просто невозможно. Будем надеяться на лучшее. Предположим, что уже лето у нас будет более-менее спокойным. Не хочется думать о том, что в таком же режиме мы будем жить до самого конца года. И какому же каналу я хочу передать эстафету? Боюсь передать эстафету по второму кругу.
Богу, потому что я стараюсь смотреть всех своих друзей, но, к сожалению, сейчас, когда время все просто по секундам расписано, это сложно сделать. Итак, я еще раз говорю, мне эстафету передала Оля. Это канал «Моя хата». И кто не подписан, я очень рекомендую заглянуть к Оле, а если вы заглянете, то вы непременно там останетесь, потому что все, что делает Оля, получается легко и замечательно. Если она готовит, это легко и вкусно, а если она делает поделки, это легко и очень-очень оригинально. Поэтому обязательно зайдите к Оле, канал «Моя хата». А передать эстафету я хочу каналу «Вероника и бабушка Валя». Если вы еще не отвечали на вопросы эстафеты, я очень прошу ответить. Это тоже очень позитивный канал, где два цветовода, один постарше, другой помладше. И что подкупает, что они очень доброжелательно общаются друг с другом. Ну а соответственно, смотреть их очень приятно. Как они любят свои цветы, как ухаживают за ними. И как стараются все время узнавать что-то новое. Итак, первый канал — это Вероника и бабушка Валя. Второй канал я хочу передать эстафету Валентине Вьюновой. Это многодетная мамочка. Она уже сейчас на работе, поэтому ей некогда. Но у Валентины уже вот-вот будет 1000 подписчиков. И я думаю, что если наши друзья сейчас зайдут на канал, с удовольствием посмотрят, как Валя садит и выращивает растения, с какой любовью, с каким интересом, то я думаю, что сразу же количество подписчиков вырастет и станет гораздо больше 1000. Ну и третий канал я хочу передать эстафету молодому каналу. Называется он «Оксана и ее цветы». У Оксаночки пока совсем-совсем молодой канал, но она с таким удовольствием смотрит наши каналы и мечтает как можно больше комнатных растений приобрести. И у нее уже очень многое получается. Она и сеет, и сажает, и выращивает садовые растения. Я думаю, что на ее канале вам тоже будет очень интересно. Вот это три канала. Я думаю, хотя бы один из которых еще на вопросы эстафеты не отвечал. Ну а я прощаюсь с вами. Пока. До новых встреч.